Юмейха для грудных детей. Массажик. Достаточно хорошо удерживает ребеночек. Да, Агния? Вот. Попку. В среднем можно минут 20 делать этот массаж. 20-30. Делаем массаж в домашних полевых условиях. Массаж направлен на коррекцию положения костей таза и позвоночника. Вот. Это мега спокойный ребенок. И его можно спокойно проверить. Здесь. Кажется, что я мощно делаю, жестко. Но на самом деле, судя по ребенку, так не делать, да? Она все сама говорит. А вот так можно? Да, можно. Так вот можно предупреждать сколиоз, появление сколиоза у детишек. С самого рождения. Вот, сейчас перед сном ей сделаем массажик. И она будет как новенькая. Вот. Она уже привыкшая к массажам. Советую приучать детей к массажам, да? Чтобы они спокойно у массажистов, таких как я, нормально себя вели. А то иногда с такими истериками приходит. Берем вот так вот ручку, вдох и выдох. И главное обмануть здесь ребенка. Раз, все. Самое важное. На сама. Все, давай, расслабь ножку, расслабь. Раз, нормально. Два. Молодец. И второй. Вот, хорошо. Вот здесь вышло. И все. Вот. За несколько, можно сказать, мгновений ребенок готов. Хочешь еще массаж? Переворачивайся. Вот этот вот ребенок массаж может получать вечно. Вот. И вот так вот стоишь. И часа два. Можно